Ну что, мои друзья, вы готовы смотреть продолжение летсплеев на Alice Madness Returns? А мне все равно, если вы не готовы, потому что вы уже смотрите. И сами противоречите себе. Да. Блин, мы остановились. Я даже что-то не помню, где мы уже остановились. Ну да ладно. А, точно, мы помогли Лолу спасти нотки. И теперь идем дальше. Неизвестно куда. Вот. Ну, собственно, это не обязательно вполне знать. Потому что все дороги приведут в одно место. Это мы знаем. Коняшка. Красненькая коняшка. Великолепная коняшка. Молодец. Вообще. Так, что у нас тут? Так, тут, походу, секретик какой-то или что? Ну-ка. Да, ну все ясно с вами. Ну и нечем удивляться, что тут секретик. Потому что пустых мест, где не будет секретиков, тут не может быть. Так, что это? Куда я пришел? Что? Опять? Да вы усрались, ребята. Нет, 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 нет. Фак, в самом начале облажался. Тихо, тихо. Я спокоен, я вполне спокоен. Мне как-то все равно. Пушка сама стреляет, ну, гениально. Тихо, нет, нет. Пять жизней, когда я успел уже их все просрать? Фу, блин. Нет, это нереально. It's an unreal technology, man. Тихо. Так. Главное не нервничать. Я еще помню это по Шенму. Когда я играл в Шенму. И когда сильно психовал или нервничал при сражении с каким-нибудь противником. Я обычно всирал ему. Нет, нет. Два сердечка. Нет, нет. Вообще всех разнес просто. Уничтожил, убил, победил, да. Не, я true стрелок. Честно, я вам просто ручаюсь, ребят. Ребятки, да. Что же? Пока что мы идем. Тьфу-тьфу-тьфу, очень хорошо. Черт. Нет, 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 нет. Последнее сердечко, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть. О, это все. Шикарно. Я уже думал, что я умру. О, еще одна баночка. Шикарно, действительно все шикарно. Уже два лепесточка или две части, точнее, от розочки. Лиса такая вся взлохмаченная. Не, ну это действительно так. В принципе. Что ж. Окей. Идем дальше. Все у нас замечательно. Никаких проблем у нас нету. Так, нет, отсюда мы вернулись, да? Да. Дверь не сломаешь, к сожалению. Коняшка проходит сквозь дверь. Ну и тут. Да, тут мы уже собрали. У нас ничего тут не отрегинилось, все хорошо. Так, что же у нас тут дальше? Опять КТ, да. Не хочу я с тобой разговаривать. Что музыка? Что за музыка играет опять? Что это? За кровать в воздухе. Нет. Ой. Ой, чувак, прости. Черт. Я забыл совсем. Ну, коняшка. Коняшка будет долго у нас доставаться. Так что мы, пожалуй, с ножичком справимся, да? Нет. Черт. Я спокоен, ребят. Я абсолютно спокоен. Я просто в само спокойствие. Что за... Окей. Нет, нет. Да, из-за этой листвы ни хрена не видно, блин. Ой, ой. Не, ну вы, ребят, совсем облысели уже. На.
You are dead man, crap. Dead crap. Ой, нет. Ну все, теперь вы реально дедмены. Все, один дум. Ах, еще один вылез. Да вы говнюки. Позорно. Ну, в истерии их достаточно просто убивать. Действительно. Оп. Что ж. Я готов. Все. Ты труп. Что это у него такое зеленое? Он блюет рукой, что ли? Или что это? Неужто у крабов зеленая кровь? И интересно. Кроватка. Ракушка. Что это такое? Ты кто? Какая-то проститутка в чулках уплыла. Блин. Все-таки зачем? Она лежала на кровати. И походу тут эти крабы хотели изнасиловать. И кровать всплыла наверх. А крабы-то тупые, они ж плавать не умеют. Ну и вот. Так, что у нас? До коняшки нам осталось совсем немножечко. Да. Скоро у нас будет новая коняшка, пожалуй, я ее прокачаю. Коняшка на прокачку. Не в рифму, но все равно. Вполне таки няшно, ребят. Да, действительно няшно. Окей. Что? Что тут так темно? Снова преодолевать весь этот путь. Зачем нам его показывать, если мы и так бы могли, в принципе, пролететь через него, пройти, я не знаю, проехать там, проплыть. Ни одно здесь не подходит. Все как-то абсурдно. Бегать под нищу, это шикарно, ребят. Нет, нет, да какого фига? Я ж мог делать двойной прыжок на первой пружинке. Вот, двойной прыжок получился. Окей, дубль номер два. Я спокоен, ребята, я просто... Да, все, двойной прыжок опять получился. Сыпучки, как я люблю вас разносить. Так, сколько там на коняшку надо нам? 675, по-моему. Ну ладно, потом посмотрим. Сейчас... Так долго будет залазить туда. Уиха! Не, ну парить-то под водой это шикарно. Угу. Окей. No problem. Думали меня обмануть? А вот вам не удастся этого сделать. Потому что меня очень трудно обмануть. И если я кого-то обманываю, то только себя. И сейчас я тоже себя обманываю, когда говорю, что меня трудно обмануть. Вот. А раз я себя обманываю, то значит меня легко обмануть. Черт. Ребят, подождите, я что-то запутался. Кто тут кого обманывает? Да какого? Текстурка, 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 говно. Блин. Ну я смогу допрыгнуть? Я обязан допрыгнуть. Есть, есть. Все. Так. Чё? Ой. Чё-то... Фак! Так. Не понял. Мы же здесь уже проходили. Или... Черт. Черт, черт, черт! А-а-а! Ну.
Шикарно. Да. Все. Туда мы только что прыгали, мы оттуда пришли. Кстати, видели, да, текстурка ноги у Алисы прям проваливалась в эти медузы. Недоработанная поверхность. Еще одна кроватка, ну. Сейчас ее будут опять пытаться изнасиловать. Да. Вот как знал. Так, нефтяные говнюки. Надеюсь. Нет, большого вроде нету, но все хорошо. Если его нету, то, в принципе, проблем вообще никаких. Особенно, если краб один, то это вообще фигня, потому что эти мелкие нефтяные говнюки, они практически ничего мне не смогут сделать. Может быть, так, легонечко только помешать, и то легонечко, не знаю, может быть, снимут одну розочку. Ну да ладно, все. Краб, ты обречен. Ты обречен, чувак, ты можешь меня даже пытаться не бить. Точнее, не пытаться бить. Или... А, ладно, все равно. Что за наркоманство? Эта игра на меня негативно влияет, и я начинаю нести всякую чушь. Я не понимаю эту чушь, которую несу, как ее никто вообще не понимает. Потому что она чушь, а чушь вообще никто не понимает, а раз ее никто не понимает, значит ее не понимаю. Блин, черт возьми, что за фигня? Сейчас это опять фигня вылезет, да? Это что вообще за существа, блин? Опять с чулком на одной ноге. Что? Какая тебе звезда? Звезда нужна. Ты о чем вообще? Ну и ладно. Вот что у нас там. Там у нас уже проход дальше, и мы здесь остановимся. С вами был Дэн, 150 смотрели летсплей на Alice Madness Returns. Всем удачи, всем пока!